Пусть голова моя сюда, зимы мне нечего пугаться. И только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. В Грузии шепчу, есть спасибо. Очень много людей специально приехали. Возят, что находится, закончили пятую среднюю школу. Мое богатство. Кто что хочет сказать, можете пока не сядут. Ну, привет. Большое спасибо за поддержку всех, что такая идея у нас возникла, да. Да, что мы ее а если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука. Мои года, мое богатство, когда-нибудь на века подымет детская рука. Мои года, мое богатство, когда-нибудь на века подымет детская рука. Мои года, мое богатство. Всем спасибо, кто присутствует сегодня. Многих нету, очень жаль, но подойдут, еще подойдут. Еще не вечер. Ух!
мати, чимо все дорогило, чимо все картоило огорі. Не цяпше гіване, не дамотило, чимо все картоило огорі. Чимо все картоило. Когда он говорит, я говорю, а супруга ее видит Лариса, а машину видит Лариса. Кибир, обидел, обидел. Маму бери-бери. Thank you.
ca e și nonca. Ca un majos, m-a putat spăgas. Și am trebuit să-i spasem și iar unde vezi, ele mă da, nu i-a nici ușor, vezi cu date și cu orta și mă ce mine hăt câte au părut vă? Привет всем, привет, скажи. Привет. Нет, мама. Будьте здоровы,
Чего вам дают? Готово у вас работать? Очень приятно. Давайте. Серега, очень рад. Иванов, рад тебя видеть. Алена, тебя вообще рад. Что это? Тебя вообще. Всегда рад. Всегда смеются. Спасибо вам огромное. Я всех вас уважаю. Это лучше. Собрались. Веселые, дружные, радостные. В таком красивом зале. Такие встречи, интересные. Благодарна всем, кто организовал. Я минеральных водах. Работаю вечером скорой помощи. И желаю всем сидящим в этом зале и вам потом здоровья, всем здравия и благословения нашему субдите и комбинату. О, наша, и Мика Рокеладзе, и Наташа Бонар. Спасибо вам всем и будьте здоровы и счастливы. Здоровья.
все одноклассники. Очень рад, что вы все пришли. Мы многих, конечно, не помним, а помоложе. Но все равно очень рад, что вы все учились в одной школе. И хочу всем пожелать здоровья и самого доброго. Спасибо. Говорить я много не могу, но очень рада. Все собрались, приятно. Думала вообще слушать не это самое. Всех узнала. Чароджи Маски, мои дорогие, золотые люди мне. Сомия тишки на мальчишку на семинаром. Уже школа, когда там проводили мирововоди. Вабра, умрала, чтобы она не счастлива. Да, а умра вешоби сихалуи, хвелани михат. Ар шейдлеба, мехуте школа да эмичон кацу. Мехуте школа кейяхари сахари, садарас мехуте. Я вас бялки мехуте школа. Мехуте исиху, чвени школа. Чвени школа. Чвени школа. Да чвени. Хвелани мат эртис. Полис сули були та мемкони сада чамундаи коста кабигони мехуте школелия ола и супе чвени амия შეიძლება тесрмоби да питам са а наша проблема бис гамогер чамоби да маграм сули ме тартмулегули бар кона шумерма азети мендиери дге уамрами მე მაპატიეთ რომ გვიან მოვედი და უნდა დავთ მაგრამ დღეს 25 წელი შემოსულა ჩემ ბოლოს ამდენიგებლო კლას და იქაა და ამიტომ იმას ვერ დავწერდი და ამიტომ დავაგვიანდა მაი ზალატი მაი დარაგი მაი ლუბიმე იდეო მინია всегда будут с вами, потому что это пятая школа. Мы одна семья, и тогда всегда будет радостью слышать, видеть человека с пятой школы. Я вас всех люблю. Не зависит от того, может, не были моими учениками, потому что я только в 74-м начала там работать, но все равно. Любой выпускник пятой школы – это мой. И сели ничего не сделаете. Вы все мои. Обязал мне быть первым. Я буду сажен в школу каждый, а как сразу вот так формируется. Ага, и сам это текст метатис. Может, русский сектор хочет какое-нибудь стихотворение высказать? Или же... Стас на хабуле, меу буду лянчи джаши гильна сопа. Геннага Викторовна, хася звали вельмо сопа. Музыка! Музыка, музыка! Я не могу.
Thank you.
До следующего. До свидания всем, до следующей встречи. Свячи, вот. Чтоб не через столько лет встречались. Через год. Через год. Или да. Каждый год. Каждый год. Давай, щелкай нас. Все. Все, щелкну. Щелкну. Все. Все. А что ты? Пока. Это сразу можно объяснить, можно.
Доброго. Вергават Витальевич. Вергават Витальевич. Вергават привет всем. Привет. Всем спасибо. Thank you.
Thank you.
делал. А где ваш смерил? Рад видеть, просто рад видеть своих сестер, своих братьев русских. Ты понимаешь, я соображаю и говорю по-русски. Очень рады, мы благодарны. Очень рады, мы благодарны. Я всех очень-очень люблю. Мы рады побывать в Грузии. Я первый раз. Мне очень нравится. Очень спасибо всем. Спасибо за гостеприимство. Все молодцы. Спасибо за организацию. Всего хорошего. Пятой школы, да? Ну, I'm gonna make you mine.
Годами у Гаслева. У Гаслева. А у тебя брат, да? А ты дома? Русский сектор, сразу готова, там вот. Да, ту вас стоит, не дали. А как тут хаду? Максим Сребина. Чем ты вот чем дал? Мои! Зарьян, Лана Зохалко. Мои красавицы и симпатичные. И потом спросили у меня, ты, говорит, сам-то, какую школу хочешь, грузинскую или русскую? Я сказал, что мне все равно, я кроме мигрейского, никакого другого языка не знаю. Но в итоге меня отдали все равно в русскую школу, и я очень этому благодарен. И приветствую всех вас, русскоязычных, которые закончили нашу замечательную пятую школу. Здоровья вам и счастья вам! Ваша! Ваша! Всем желаю всего хорошего, всем прекрасного. Всем русскоязычного окончания школы. Ребята, все русскоязычные школы закончили. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Thank you.
юбка короткая.
я, что друзей там умею ценить. Там без дружбы большой очень трудно прожить. А еще говорят, гордый горный Кавказ, славенько степень со своим, кто бывал там хоть раз. А еще хорошо говорят, там у нас эти горы и море не могут не радовать глаз. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, солнечный край. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, солнечный край. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, солнечный край. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, солнечный край. Вот он, где рай. Браво! Арт, эпизод, и шрагат, но кое-что...